«Отдых с пользой». Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» продолжается. Они в надежных руках, они в безопасности. Какую программу спасатели подготовили для ребят? Все, что плохо лежит. В Бобруйске задержаны гастролеры-домушники. Двое мужчин 45 и 47 лет. Что похищали воришки? Водные гонки. В Бобруйске объявлен набор в секцию по гребле. Главное требование – это в умении плавать. Почему стоит записаться? А также зарубежные инвестиции, помощь аграриям и длинная очередь. Порядка 3000 машин и 50 автобусов ожидают въезда в Евросоюз. В чем причина долгого ожидания? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Новая должность. Президент назначил Андрея Дубинчика председателем Осиповичского райисполкома. Учитывая наличие в регионе ряда предприятий, глава государства, обращаясь к новому руководителю, поставил задачу предметно заниматься не только развитием сельского хозяйства, но и промышленного потенциала. 13 августа на 7-й внеочередной сессии Осиповичского районного совета депутатов 29-го созыва губернатор Могилевской области представил нового главу района. Анатолий Исаченко выразил уверенность. Богатый управленческий опыт Андрея Дубинчика поможет ему эффективно решать задачи, поставленные и президентом, и областью. Кандидатуру единогласно поддержали. Масштабные задачи, они стратегические. Акцент на промышленный комплекс района, да, действительно, он занимает в валовом продукте района 80-85%. Глава государства при встрече обещал визит. Интересует развитие Осиповичского вагоностроительного завода, то есть перспективы масштабирования этого производства, там новое производство создано. Андрей Дубинчик родился в 1981 году в Бобруйске. Окончил Белорусско-Российский университет и Академию управления при президенте Республики Беларусь. С декабря 2021 занимал должность главы администрации Ленинского района города на Березине. Бобруйск – это первый опыт государственной службы. Сегодня попрощались с Бобруйском. Да, это определенный опыт борьбы с трудностями и поиску этих самых решений. Это непростое дело. Но вместе с тем, что-то получилось, что-то надо еще. То же самое. Движение вперед есть. Я думаю, кто-то его поддержит. Новый председатель Осиповичского райисполкома заверил губернатора и присутствующих, что приложит максимум усилий для выполнения поставленных задач. Сороки-воровки. Бобруйске задержаны домушники. С начала августа в милицию стали поступать заявления жителей города, пострадавших от рук грабителей. Кражи в квартирах совершались в отсутствии хозяев. В один из дней к правоохранителям обратилась пенсионерка. Средь бела дня к ней проникли неизвестные. Увидев женщину, сказали, что ошиблись адресом и поспешно скрылись. Двое мужчин 45 и 47 лет, жители Подмосковья, в конце июля приехали в Бобруйск и сняли жилье в центре города. Передвигаясь по городу на автомобиле, они выбирали подходящие для взлома квартиры. Похищенные вещи обнаружили в их съемных апартаментах. Возбуждены уголовные дела, фигурантам грозит лишение свободы сроком до 4 лет. К слову, задержанные уже были судимы в России за аналогичные преступления и угоны. Очередь на границе, археологические карты и запуск кинопроизводства. «Беларусьфильм» готовит премьеру об отечественном кинематографе. В каком жанре ждать картину? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Иностранные инвесторы в первом полугодии вложили в экономику Беларуси более 4 миллиардов долларов. Основными спонсорами организации республики стали субъекты хозяйствования Российской Федерации, Кипра и Объединенных Арабских Эмиратов. В свою очередь, «Синеокая» направила за рубеж почти 2,5 миллиарда. Помощь аграриям ежедневно оказывает белорусская армия. Хлеборобы в погонах занимаются перевозкой зерновых, транспортируют другие грузы. К слову, уборочная на финишной прямой. С учетом рапса собрано более 7 миллионов тонн урожая. Лидер по намолоту – Минская область. В тройке лучших также Гродненский и Брестский регионы. Порядка 3000 машин и 50 автобусов ожидают въезда в Евросоюз. Сопредельные контрольные службы за 24 часа пропустили на территорию Литвы 23% уроднормы. У единственного латвийского пункта ситуация лучше. За сутки приняли 52% автомобилей. Польский погранпереход дал проехать всего 37% транспорта.
Белорусские ученые планируют составить археологическую карту столицы и городищ республики. Крупнейший проект рассчитан минимум до 2030-го. Его реализация покажет глубину жизни того или иного населенного пункта и даст преимущество при проведении происторической экспертизы. На схеме будут обозначены охранные зоны памятников прошлого. «Беларусьфильм» готовит премьеру о кинематографе в республике. Лента расскажет о первых шагах демонстрации и производства кино. Картина станет симбиозом документального и игрового жанров. Выпустить на большие экраны планируют уже в декабре. До этого итоговый результат продемонстрируют в учебных аудиториях. Безопасность на первом месте. Акция «Каникулы без дыма и огня» шагает по республике. В этот раз спасатели приехали в оздоровительный лагерь Щадково. Сотрудники МЧС рассказали ребятам о правилах безопасности, как правильно вести себя в лесу и на воде. Кроме того, детям наглядно показали, как работают пожарные и дали самостоятельно воспользоваться огнетушителем, поуправлять напорным рукавом. Служба МЧС делает все возможное для того, чтобы жизнь наших детей стала еще безопаснее. Ребята остаются с положительными эмоциями, с сознаниями по безопасности. Жизнь их становится еще ярче, счастливее. И они понимают, что действительно они в надежных руках, они в безопасности. Отдых в Щадково организован так, что никто не сидит сложа рук. Среди ребят много тех, кто приезжает сюда не в первый раз. С утра до отбоя у детей проходят различные активности, в которых они могут проявить свой талант – творческие конкурсы, спортивные мероприятия и игры. Разнообразная, интересная и насыщенная программа дает возможность получить яркие эмоции и незабываемые впечатления. Предучебная суматоха. В области активно работают порядка 60 школьных базаров и ярмарок. Самые крупные организованы в Могилеве и Бобруйске. Покупателям предлагают широкий ассортимент одежды и обуви, рюкзаков, письменных принадлежностей и канцтоваров. В новых трендах разбиралась Елизавета Житкова. В этом году только в области для школьников представлено более 150 моделей одежды делового стиля. Свыше сотни рюкзаков и ранцев, около 80 обуви. Цены не кусаются. Брюки от 40 рублей, блузки и платья от 45. Кардиганы, жилеты и сарафаны можно найти от 30. Новый тренд на данный момент – это бомберы, которые на кнопках, естественно. Ну, то есть как на мальчиков, так и на девочек. Синие и черные. В основном синие. Во всех школах. Львиная доля – товары отечественного производства. Отдельные позиции – импорт. Чаще это канцелярия. Нововведение года – обновленный дизайн дневников. Приобретать необходимо вариант, изданный в 2024-м. Стоимость – 3,50. Простые карандаши – от рубля и выше. Шариковые ручки – от 80 копеек. Тетради на 12 листов – от 19. Полуобщие – рубль 60. Набор из 10 обложек – чуть дороже 2,5 рублей. Смотри еще какой класс. То есть в младшую школу, конечно, нужны принадлежности. Это те же самые альбомы для рисования, какие-нибудь карандашики, краску. Ну и, в принципе, все. Этого хватит. Для старших классов идет, опять же, тоже классика. Это пару ручек, полуобщие, общие тетради. И, конечно, все нужны обложки. У нас идут именно белорусские наборы, они все цветные. Ранцы можно приобрести от 20 рублей. Рюкзак обойдется в 45. Цветовая гамма разнообразна. В тренде рисунки с 3D-эффектом. В том году они вообще покупали только черное, поэтому в этом году мы как бы немножко и побольше привезли черного, потому что она в том году была как-то все яркое такое, разнообразное. И сейчас, больше сейчас идет, рассматривают 3 в одном, где идет вместе с шопером, с пеналом. Есть 5 в одном. И как бы рассматривают еще сумка-рюкзак. В поисках идеальной формы на помощь приходит «Славянка». Радует широким ассортиментом, качеством и актуальными трендами. Подобрать пиджак, брюки и жилет по душе сможет даже самый привередливый покупатель. Фабрика уже отшила 70 тысяч единиц одежды. Выбор есть, цена приятно удивляет. Комплект из верха, низа и рубашки обойдется всего в 150 рублей. Конечно, традиционно очень большое производство у нас. Отдельно брюк для мальчиков и для девочек. Весь ассортимент, начиная от юбок, кончая куртками, можно приобрести, одеться школьникам с головы до ног. Нейтральные цвета, которые не мешают восприятию учебного процесса. Это темно-синий главный цвет, черный, темно-серый. Ну, где-то пробегает темный бордо еще.
Блуза, джемпер в «Славянке» от 28 рублей. Жилеты, брюки от 15, юбки от 30. В тренде трикотаж, поливискозные костюмные ткани. Акцент на удобство и комфорт. Все материалы проверяются в лабораториях на соответствие стандартам качества. Такая школьная форма не только красивая картинка, но и гарант надежности. Хорошие цены такие, ну, короче, отличные. Мне нравится по 30 рублей штаны. Мне очень нравится, но мы пришли с ребенком, потому что у нас очень сложно. Проблема в том, что он должен выбрать сам обязательно, иначе носить не будет. Приобретаем жилеточку и костюм в цветах нашей именно школы, темно-синий. Школьный ассортимент будет представлен и в крупных торговых организациях. В магазинах, универмагах и торговых центрах для удобства покупателей предусмотрена оплата картами рассрочки. Для многодетных семей ежедневный дисконт в 15% при предъявлении соответствующих документов. Елизавета Житкова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Спортивные привычки. В секцию по гребле на байдарках и каноэ объявляется набор. Для города на Березине этот вид спорта давно традиционный. Ежегодно именитыми тренерами взращиваются будущие победители соревнований. Весь мир помнит имена братьев Богдановичей, ставших олимпийскими чемпионами. Готовились они именно в Бобруйске. Сегодня школа со своими традициями ожидает новых героев. 8-9 лет где-то возраст набираем. Ну, бывает и постарше, конечно. Главное требование – это в умении плавать. Вот. Хотя в период, когда зимний, мы набираем, кто не умеет плавать, учим их в бассейне. Помимо гребли у нас мы должны и бегать хорошо, и быть сильными, и выносливыми, поэтому все как бы взаимосвязано. В летний период тренировки проводятся на гребной базе «Березина» по адресу Береговая, 57. Зимой в плавательном бассейне «Лесной». Спортивные объекты полностью приспособлены к качественной подготовке будущих чемпионов. Записаться или уточнить все вопросы можно по номеру на экране. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!